Шымкенте проходит пятый решающий тур чемпионата Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги. За звание чемпиона страны борются 8 составов. По предварительным итогам лидирующую позицию в турнирной таблице занимает волейбольная сборная Южно-Казахстанской области «Казгур Динамо». Переиграв принципиального соперника, команду «Алматы» со счетом 3-2, южане значительно оторвались от соперников. Команда очень сильная. «Алматы», там фарм-клуб сборной Казахстана, очень сильно усилился. Мы с ними играли 3-2. Очень сложная игра. С семей там, с легионерами много, очень с Россией играет. Очень сильная команда. Сборная южной столицы Ушкун сейчас борется за второе место чемпионата в матче с командой Семея. Игра напряженная. В первой партии алматинцы продемонстрировали слаженную игру и захватили преимущество. Противники из Семея смогли отыграться во втором тайме. Но в итоге удача оказалась на стороне алматинцев. Счет матча 3-2. Чемпионат Казахстана по волейболу среди команд высшей лиги завершится 27 апреля. Шымкентская команда пока идет без поражений. Южанам предстоит провести еще 3 матча.